Александр Ильич, младший из братьев Медленко. С юношеских лет он связал свою жизнь с нейрохирургией. На его счету, как и на счету большой медицинской династии, не одна спасенная жизнь. Мы решили поближе познакомиться с заслуженным доктором. В нейрохирургии Александр Ильич работает 39 лет, из них 22 года в детской. За плечами врача серьезный послужной список. К примеру, в 2005 году ему присвоена ученая степень доктора медицинских наук. А спустя 2 года его отметили почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Александр Ильич, скажите, каково это быть успешным врачом и как тяжело проносить этот статус со временем? Ну, для того, чтобы быть успешным врачом, надо постоянно работать над собой, постоянно развиваться. Родители к здравоохранению никакого отношения не имели. Папа работал на железнодорожном транспорте, инженером по технике безопасности, а мама кассиром работала тоже на железнодорожном транспорте. Потом первый пошел в медицину Владимир Ильич, старший брат, поступил в Семипалатинский медицинский институт, а следом пошел я. Школу окончил в Семипалатинске, это Казахстан, в 69-м году. В 70-м поступил в Семипалатинский медицинский институт, в 76-м закончил его и по направлению уехал в Восточно-Казахстанскую область, город Каменногорск. Там работал, была клиническая ординатура, прошел клиническую ординатуру, работал в больнице скорой помощи, потом в 5-й городской больнице уже нейрохирургом, затем служебным переводом перевели в 1-ю городскую больницу Усть-Каменогорска, стал заведующим нейрохирургическим отделением областным. А в 94-м году по просьбе администрации Ульяновска приехал с врачами и открыл здесь детскую нейрохирургическую службу. Сын поступал еще в Семипалатинский медицинский институт, потом его перевели сюда на факультет, заканчивал он здесь. Ну, тоже пошел в нейрохирургию. Работал в отделении до определенного времени. Потом заинтересовала его административная работа. Ушел главным врачом в Старую Майну в районную больницу, потом в Ишевскую районную больницу. Сейчас работает там. Младшая дочь, она врач-онколог-мамолог, тоже кандидат медицинских наук, но она работает в Астане, в Казахстане. И преподает в университете Назарбаева. Там. А старшая дочь, она работает компьютерным дизайнером, работает в Лос-Анджелесе. Но учитывая, что у нас семья очень большая, плюс друзья, она же очень много с Казахстана приехала, и друзей, и коллег. Поэтому различные мероприятия, конечно, собираемся вместе.